Добрый день, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли для нашей телевизионной программы ваше время. Я знаю, что вы все очень занятые люди, работа, дом, внуки, дети. И сегодня вы немного нам поведаете, расскажете о корейском народе, который проживает уже давно, вот даже говорят, больше полувека в Сагдийской области, в Таджикистане. И я бы хотела в первую очередь дать слово хозяйке данного центра, если можно так сказать, Галина Анатольевна, еще раз здравствуйте. Могли бы вы представить себя для наших телезрителей и наших гостей, которых мы сегодня благодаря вам смогли собрать за этим столом? Пожалуйста. Хорошо. Да, добрый день. Меня зовут Кагай Галина Анатольевна. Я директор Корейского культурного центра Сагдийской области. Вместе здесь мои, скажем, даже с детства друзья, подруги, родные, близкие, можно так сказать. Это Рузар Сентьевна Тян, преподаватель математики, заслуженный учитель. Рядом Лариса Тян Алла Арсентьевна, она преподаватель музыкальный в детском саду. Здесь Лариса Арсентьевна Тян, она преподаватель тоже математики в школе. И здесь их дети, это Лена, это Алексей. Вот они сами потом о себе расскажут, я думаю. Здесь мы в Ленинабадской области организовали Корейский культурный центр. Сказать, что организовали, нет, он был всегда. Просто после распада Советского Союза в 90-м году, когда все распалось, корейцы тоже, кто уезжает, стал кто что. И в связи с тем, что председатель корейцев, он тоже уехал, здесь заново просто хукумат области попросил восстановить, избрать. И поэтому собрали тогда корейцев, представитель хукумата области был в то время Шарипов. И вместе провели собрание, и опять избрали, и сделали. И тогда корейцев, у нас более 500 человек было, собралось тогда. Вот с того времени, это в 99-м году, мы стали вот так снова функционировать, то есть возобновили работу. Председателем был Огай Афанасий Михайлович, потому что он самый грамотный, самый образованный прокурор города Чкаловска. Вот. После его смерти потом уже выбрали меня, и вот по сегодняшний день я. Но на сегодняшний день корейцев осталось мало по области. Даже 100, наверное, человек не соберешь. Ну, миграция коснулась всех. Молодежь особенно в поисках новой жизни, заработков. Тем более, когда Южная Корея открыла трудовую визу, ну, все поехали туда на заработки. Корейцы здесь оказались каким образом? 37-36 года, когда была репрессия. И чтобы с Дальнего Востока отличить там, кто шпион, кто что, корейцев оттуда стали переселять в Среднюю Азию. Поэтому наши родственники, наши все эти бабушки, дедушки в поездах, в товарных были отправлены, вот так вот до Казахстана доехали, сгрузили, до Узбекистана доехали, сгрузили, большинство там. И в Таджикистане тоже так же оказались. Поэтому у нас было, когда вот 80-летие переселения, отмечали мы вот здесь вот в Бахте тогда. Вот тогда как раз все это говорилось, что уже 80 лет как корейцев переселили сюда, и спасибо народу Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, потому что приняли, помогли всем необходимым. Вот, например, на территории Казахстана даже такой рассказ был, что там же пасут стада вот эти, и пастух смотрит вот такой шатер, которого раньше не было, в степи. А когда подошел, он увидел, что это люди, мужчины, вот из себя вот такой шатер сделали, а внутри женщины и дети. И вот тогда он позвал своих людей, и они помогли едой, одеждой. И, в общем, корейцы вот так устраивались 80 лет назад впервые здесь проживать, чтобы нормально. Ну, хочу сказать, что поддержка все-таки очень хорошая здесь была, потому что в Средней Азии народы очень гостеприимные, очень солнечные, поэтому прижились здесь. И вот на нас посмотрите, все уехали, мы еще здесь живем. И только что обсуждали, что не хочется уезжать, это наша родина. Вот. Вот таким образом мы все здесь остались. Я здесь проживаю вообще больше 50 лет. Каждый, наверное, тоже так же скажет. Потому что во втором родились в Узбекистане, а переехали мы вот здесь с семьей сюда, мои родители. И мои родители лично занимались сельским хозяйством. Арбузы, лук,
этим и дали нам всем образование. Я хочу сказать, что при Советском Союзе нам всем очень повезло, потому что тогда была такая система. Если только ты хочешь учиться, учись. Если только ты хочешь куда-то поехать, поезжай. Поэтому у нас у всех, я хочу сказать, образование, достаток. То есть при Союзе все было и все прекрасно. По сей день мы пожинаем плоды того, что тогда получили. Я думаю, что все это знают, все подтвердят. Вот такая вот у нас ситуация у Спасибо. Корейцев. Спасибо большое. Могли бы вы рассказать ваши истории, то есть кем работали ваши родители, которые вот тогда еще молодые годы приехали в наш регион, да, вот в Сагдийскую область. Я знаю, что корейцы были разбросаны по всем районам, городам нашего севера. Расскажите об этом немножко подробнее. Mm-hmm. Как вы потом все съехались в Худжант? Допустим, как сказать, что все не то, что даже по северу и по югу, да, Узбекистан, я же говорю, больше там был Узбекистан, Казахстан, там родственники. Это потом, когда раскидали, русский язык чуть-чуть освоили, стали друг друга искать и съезжаться там, где родственники. Вот мои родители почему приехали с Узбекистана? Здесь сестры моей мамы оказались, поэтому они к ней переехали. Сестра моей мамы работала главным бухгалтером облбытуправления, в то времена это тоже должность была, поэтому сюда переехали. А Роза Арсентьевна, я думаю, тоже расскажет, как, что, пожалуйста. Худжант в Ленинабад, наверное, мы прибыли в 1970 году, потому как родители у нас преподаватели, папа покойный, кандидат географических наук, был направлен сюда на работу в Ленинабадский государственный педагогический институт. И вот поэтому мы вынуждены были все, наверное, переехать сюда. С 70 года, это уже 52 года, как вот я проживаю в городе Ленинабаде. Сегодня это Худжант. Из них 42 года проработала в школе учителем математики. С 2017 года я нахожусь на территории России. Сюда приезжаю, ну, в отпуск, наверное, отдохнуть. А вот Алла Арсентьевна, она музыкальный работник детского сада. Я долгое время работала в детском садике. В 29-м в первом садике работала, 25 лет. А потом работала в детском садике уже как частный небольшой садик тоже. Готовила детей к школе. Ну а сейчас на пенсии воспитываю внуков. У меня трое детей, взрослые все уже. И 5 внуков вот воспитывала. Расскажите, пожалуйста. Так, ну, я тоже приехала сюда в 1970 году. В общем-то, все мое детство, юность, вся моя жизнь прошла здесь, в Таджикистане, да. Ну, начинала я работать педагогом, учителем математики. Ну, а поскольку вот это время началась перестройка, вот моя вот это вот самый такой зрелый возраст выпал на перестроечные времена. Началась перестройка, пришлось работать бухгалтером, менять много разной деятельности. Ну, в конце концов, да, в общем-то, тяжелые времена тоже проходят, все наладилось. Я потом опять вернулась к педагогической деятельности. Ну, а сейчас я уже на пенсии, пенсионерка. Скажите, пожалуйста, вот будучи ваши родители еще тогда, в те годы молодые, я знаю, что они даже осваивали, да, вот какие-то отдаленные районы, да, которые были перебросаны. А в каких сферах они работали? И что они вот поднимали и вложили свой вклад, что сегодня все уже до сих пор вспоминают, что это было тогда-то сделано именно первыми корейцами, которые приезжали. Ну вот здесь родители педагоги, поэтому они вложили в образование. Отец, вернее, кандидат географических наук, сколько студентов вырастил. Вот мои родители, да, они сельскохозяйственные деятели были, поэтому они работали в пролетарской, это сейчас нынче Спитамен, Дигмай, вот они вкладывали. И очень много
как сказать, вместе с местным населением осваивали, что, как сажать, что сажать. У нас наши соотечественники, вот Ася, Антон, они занимались рисом, были бригадирами рисовых этих. Но если сказать о сельском хозяйстве, мы не очень знаем, потому что родители этим занимались, а мы все учились. У наших родителей была цель дать нам образование высшее, обязательно. Поэтому мы учились. Я закончила Томский университет юридический, работала в прокуратуре, поэтому мы вот у УГ Афанасия Михайловича проходила практику, будучи студенткой еще здесь. Вот. А потом уже в России работала после окончания по направлению в прокуратуре. Когда сюда приехала, здесь работала юристом на таких вот предприятиях, если вы знаете, у нас газаппарат был, да, эмаль посуда, юристом там, да. И был Кабул Таджик у нас, я там тоже работала юристом, вот, а сейчас я тоже на пенсии уже, тоже внуков смотрю, вот такое вот у нас жизненное, так скажем. Вот. Расскажите, пожалуйста, о вот этом месте, в котором мы сегодня находимся, да? Угу. Каким он был тогда, когда вы вот начинали, и вот он сегодня вырос, да, до таких объемов? Как часто вы сюда приезжаете, по каким праздникам вы собираетесь? Как это все проходит? Расскажите. Новый год. Вот, у нас корейский культурный центр все-таки возник благодаря тому, что хукумат области снова захотел активировать, потому что, говорит, корейцы проживают и составляют значительную часть. Поэтому они нам помогали собирать, и мы тогда узнали, где и что по всем городам. И потом корейцы стали собираться у нас на основные главные праздники. Корейский Новый год, он январь-февраль движется, и на праздник жатвы в сентябре. Вот тогда мы собирали всех, кто мог, и я говорю, у нас 450-500 человек собиралось. Это в 2000-е годы, и мы первые вот эти... Помещения большие были вот эти же. Полный как называется зал. Вот этот зал? Рахими, который вот сейчас. Он был огромный, вот он был полный. И как мы могли все это сделать? Все корейцы у нас очень дружные, трудолюбивые. Все, кто что мог, тот и делал. Например, разыгрывали, когда лотереи, призы. Антон, который занимался рисом, он мешками рис приносил. И вот этот рис тоже на призы раздавали. Кто луком занимался, лук приносил. Ну, в общем, вот так было интересно. И нам сейчас помогают тоже все те, кто уехали, кто на работу в Корею, кто... Они тоже помогают и посылают свои добровольные эти пожертвования, скажу так. И мы на них сейчас тоже покупаем продукты и ездим к старикам. Пакеты, соцпакеты вы имеете? Да, мы да, продукты делаем. На корейский Новый год уже мы не можем это сделать такое глобальное, но мы раздаем продукты нашим пенсионерам. И вот молодежь наша ездит, раздает в Каракумле, ну, там. И вот это все за счет вот этих средств. Потом помощь на погребение, да, вот это тоже. Спросить, да, когда умирают, тоже мы по возможности выделяем деньги. Тоже собираем деньги. Вот кто... У нас молодежь в этом плане активная. Они посылают деньги, мы вот в течение года распределяем и помогаем это тоже делать. А вот самый вот взрослый по возрасту, вот ваш представитель корейской диаспоры, сколько лет ему сегодня? Просто начните, старше вас кто есть, как вы думаете? Мне кажется, нет. Тетя Соня. Тетя Соня, а, тетя Соня. А, сейчас 80. 83. Да. За ней я, да? Да, потом Роза Расцветина, да. То есть вот самые... А что, вот раньше в Каракуме были... Умерли. Вот эти учителя заслуженные, Роза, они умерли. Да, умерли. Нету, да, никого? Умерли. Бабушка из Нау умерла тоже. Мы сейчас тему затронули вот, смертей, к сожалению. Скажите, пожалуйста, ваши волонтеры тоже ухаживают за погребениями, кладбищами? Да. Вы какие-то акции проводите? Расскажите, по каким-то... Это праздникам, наверное, да, каким-то? Ну, вообще, есть 5 апреля, родительский день. Но к этому времени как-то сделать что-то у нас не получается, но у нас есть, так когда теплеет, мы, у нас все в основном захоронены вот в 34-м, там, русское кладбище. Поэтому там проводим благоустройство, убираем могилки. Есть целая аллея, там наши дети посадили деревья. Деревья эти выросли сейчас, очень хорошо. И просто раньше, конечно, мы могли больше делать, сейчас мало людей осталось, к сожалению. И многих нас сейчас выбило еще что? Пандемия
за эти вот третий год все нельзя было же общаться, ничего. Поэтому мы то, что мы могли, наши волонтеры, это вот развозили продукты, лекарства и тоже как все к дверям, ну и больше никак больше не могли. Вот такая вот ситуация. А вы же, вот ваш центр находится сейчас же в Махали, считается, да, вот здесь ваши соседи. А у вас какое с ними общение? Дружеское? Вы, конечно, то есть, очень дружеское отношение. Во-первых, мы их приглашаем на наши все праздники, когда мы отмечаем. Потом, когда мы также держим, это как сказать, шефство или что, над нашей Махалёй. У нас даже поликлиника 4-я дала список малоимущих детей именно, по нашей Махале. И мы тоже им помогаем. Мы вот развозим им тоже продукты. Продукты развозим на, как сказать, ежемесячно делали, потом не смогли, не хватает средств. Ну, так вот, например, когда Рамазан, или Курбон, или у нас вот праздники корейские лет, вот на такие моменты мы раздаем подарки. Подарки, конечно, какие? Продукты. Потому что больше всего в продуктах нуждаются. Такое есть. Расскажите, пожалуйста, о вашем подрастающем поколении, как вы передаете им свои традиции, обряды и язык. Расскажите. Я знаю, вот до ковида здесь у вас непосредственно были небольшие, да, курсы, вы рассказывали. Расскажите об этом еще подробнее, пожалуйста. Ну вот все проходили эти курсы, все корейские учат, очень трудно дается. Родной язык все-таки русский, видимо, у пожилого поколения. Молодежь быстрее учит. Корейский язык учили, потом танцы национальные. Но то, что у нас здесь стабильно происходит, все участвовали. Мы здесь учим национальные блюда готовить. Самое Расскажите. Национальное – это кимчи, капуста корейская, солим. Ну, тогда мы массово приходим все в перчатках, солим капусту, делаем вот, вместе. Потом уже все по домам наученные идут. А это какой-то день есть определенный, который вы... Да, к зиме готовим, зимой, а, вы, как в декабре. Потому что на зиму надо делать, да, это заготавливают зимой. Потом у нас есть уже такие разные национальные блюда, как кимпап, или здесь говорят роллы, суши. Да, тогда мы здесь тоже их учим делать. На уроках корейского языка учили это делать тоже все, кто занимаются. Потому что у нас занимались не только корейцы, таджики, которые в Корею хотят поехать, те, которые интересуются культурой Кореи. Цель-то какая? Наладить между Таджикистаном и Кореей дружеские отношения. Поэтому, когда начало вообще было у нас положено, я вот упустила вначале вам сказать, у нас было общество дружбы Таджикистан-Корея, республиканское. В республике был председателем Сафаров Сайфулов, он был госсоветник президента, ну сейчас уже на пенсии. По нашей Ленинабадской области Саидбой Закирович Зукиров, председатель федерации, он тоже на пенсии. И поэтому вот в этом подразделении мы работали, вот то, что сделали. А молодежь, да, наша, молодежь. Хочу что сказать, наряду того, что освоили корейский язык, но хочу сказать, что ну, они таджикский, по-моему, лучше усвоили. Вот мои дети, мой сын, например, он вообще на таджикском хорошо говорит. У них дочка, вот Юля, которая была, тоже на таджикском говорит. Им легче на таджикском говорить сейчас здесь. Вот это освоили. Но при этом культура как передается? Да, национальная еда, то, что мы готовим дома. Вот. Уважение к старшим, это, по-моему, и здесь у нас, у таджиков тоже всегда было. Кстати, культуры примерно похожи. Расскажите, пример какой-нибудь. Вот уважение к старшим. Первое. Потом, когда женщина, у нас женщина. Мужчина – это мужчина. Даже в Корее есть так, женская половина, мужская половина. То есть не переходит. Да, да. Вот, то есть исторически это тоже так. Потом говра здесь есть, детей качают. Вот у нас у корейцев тоже есть такая же историческая говра, в которой детей качают. А сандали я видела по фотографии. Сандали тоже, да, камины тоже. Да, то есть культура... практически одинаковые. Может быть, поэтому мы так прижились здесь хорошо, не знаю. Все азиаты. Получается. Да. И обязательно, что семья – это ценное. Не так, что как вот, не надо. Семья – это семья. Я помню, когда у нас бабушка только звуки шли, что она из комнаты своей выходит. Мы все на диване в зале подпрыгивали, вместо ей уступали, чтобы она садилась. У них точно так же отец, это отец, правда же, да? Мама – это мама, то есть вот порядок строгий, уважение, такой, уважение порядок такое, да, и ценность семьи.
То есть это вот, как и в таджикских семьях можно встретить, молодые живут вместе с родителями, да? И... Живут с родителями, да. Особенно раньше обязательно жили, да? Один из сыновей обязательно живет. Да. На сегодняшний день, к сожалению, из-за того, что все мигрируют, это уже трудно сохранить, что говорить. А так традиции, культура, она очень похожа, очень похожа. Молодежи есть вот это стремление изучения языка? Они вот к вам подходят, спрашивают, как вот это? Есть, конечно, они учат. У нас есть учебники, мне кажется, кто кореец, который здесь был, все прошли курсы, все учат. Просто до конца довести, конечно, сложно, чтобы учить и учить постоянно, но у всех есть желание. Всех, кто-то овладел, кто-то говорит, кто-то читает. Вот у нас Алеша, у него второй ГЭП. Это второй уровень корейского языка, второй считаете, язык. Что он, да. Mm-hmm. Он у нас преподавал корейский язык, начинающую группу вел. Так что молодежь у нас, вот Елена тоже училась, и дочка ее училась. Ну. А вот когда была, началась трудовая миграция в Российскую Федерацию, большой всплеск был интереса к русскому языку со стороны, к примеру, тех же таджикских детей, да, угу. Они открывали школы и классы. Я знаю, что вот есть такой сейчас интерес и всплеск именно к корейскому языку, и вы говорите, что к вам тоже приходят ребята, да. Которые планируют уезжать, и они проходят тут обучение. А это сложно дается им, как? Расскажите. Вот я как поняла, Алёша, ты, не знаю, может, ты как практик скажешь, вы знаете, таджикам дается легче корейский язык, чем русскоговорящим. Потому что произношение, какие-то цифры, буквы схожи очень. Да. Чиль. Uh-huh. Это сколько по таджику? А по-корейски 7. Понимаете, yeah. Даже чиль, произношение одно. Як дусе, а по-корейски хана тульсе. Се тоже 3 одинаковые. То есть, поэтому произношение у таджиков хорошо получается. Я знаю, что визитной карточкой еще корейцев является это вот рынок Паньшанбе и непосредственно целый ряд представителей именно женского направления, связанных с продажей именно салатов. Это тоже стало популярно. И все, если говорят про салаты, то обязательно... Да, корейский салат. Да, да, обязательно. Ну, корейские салаты всем нравятся, кто любит остренькое, там, экстравагантное. И в Паньшанбе действительно много было. Сколько много? Сейчас, по-моему, 2 остались, да? Даже. Нет, осталась Анжелина семья, по-моему. Тоже уехали из-за этого, конечно. Но я хочу что сказать. Сидели кореянки, продавали. Теперь таджички продают, тоже корейские салаты, то есть научились. Они пили вот эти все умения, это все. Да, все перешло друг к другу. Да. Ну, правда, я не знаю, насколько точно можно передать, потому что мы здесь живем, плов готовим, манты готовим. Но чтобы сказать, чтобы у нас тесто как у таджиков, вот не получается, хоть умри, все равно такой тонкий, кружевной. У меня не получается, не знаю как. Но готовим. Расскажите, пожалуйста, а как вы живете с соседями? Вас приглашают на мероприятия, вы ходите друг к другу. Расскажите вот это общение. Не в вашем диаспоре, а в ней из нее. Ну, вообще-то, конечно, прожив здесь 50 с лишним лет, по свадьбам ходим, по всем мероприятиям соседям, куда приглашают, ходим. На встречи с учениками ходим, конечно. Ну, мне хочется сказать, что почему здесь вот я лично живу. Потому что здесь очень теплые взаимоотношения с соседями. Вот я уезжала в Россию к сыну, мне соседи звонят, когда вернетесь. Я ездила отдохнуть. Вы чего-то потерялись. И у нас что характерно? Все друг друга угощают. И все друг друга знают, кто, где, зачем, кум, сват. В России, конечно, этого нет. Сосед соседа не знает, такого общения нет. А у нас всегда, да, посуду надо раздавать потом. Откуда кто принес. И вот такие очень... Очень хорошие. Наша национальность, что мы даже не чувствуем, что мы корейцы, мне кажется, мы такие же. Да, очень, да. Вот я говорю, вот эти взаимоотношения. Живешь с этими традициями, все праздники знаешь, все отмечаешь вместе с ними.
праздник или похорон, или обязательно тоже мы идем, рады, что мы тоже вместе соболезнуем. Когда свадьба, вместе идем, танцуем вместе тоже. То есть мы как-то сплелись, слились, и нельзя даже сказать уже, как отделиться, что и как сказать, это ваше, это наше. По-моему, мы все тут уже единое целое. Сплелись вы до того уровня, что и семьи стали появляться? Семей много между таких? О примерах расскажите нам. Какие-то корейско-узбекские, корейско-таджикские, корейско-русские семьи. Да, и все, по-моему, все есть. И корейско-русские, и корейско-таджикские все. Просто сейчас, например, я не могу сказать именно, потому что ну, уехали. Да, да. Но это есть, есть. Есть у нас знакомый этот вот этот верен сын, женился, живет прекрасно с таджичкой, двое детей. Есть кореянка вышла замуж за таджика, детей народили, живут. То есть это тоже стирает, стерлась эта грань, чем раньше это было. Я думаю, почему? Потому что тоже где-то одинаковые культуры и традиции, конечно, из-за этого, наверное, да. Спасибо большое. А вот за этот период были ли какие-то, вот, может быть, моменты, когда ли сказано, ну, как-то неприятно? Или вы вообще этого никогда в жизни не ощущали? В смысле, что неприятно? Ну, вот, к примеру, что-то такое связано с национальностью, да. Чувствовалось ли когда-нибудь это, или никогда этого не было за более полувека жизни вашей здесь? Наоборот, вот у меня был случай такой, я была на Паньшамбе месяц назад, месяц или две недели, говорю по-русски же, говорю, дайте мне вот это, и тут рядом один мужчина, таджик, подскочил и говорит, хорошо ей дайте, говорит, русскоязычных надо, говорит, всех назад, и мне, говорит, берите, вам дешевле, чтобы дали, понимаете, да, и говорит, если у вас есть учителя, русский язык, пожалуйста, направьте, я тоже учитель из Гафурова, да что такое, и что еще характерно здесь, у нас в Худжанде, я в Худжанде поскольку живу, я всегда им всем говорю, зайдешь в маршрутку, прям все молодежь подпрыгивает, место уступает. Такого нигде нет. Все встают, садитесь, ничего нет. Все. Это вообще удивление на сегодняшний день и подвиг, честно говорю. Потому что в больших городах, мегаполисах, там метро ли едешь по часу-два, не уступает ни детям, ни бабушкам, ни беременным. А у нас уступает мне даже. Хотя я не выгляжу совсем с палочкой. Вот, и у нас, то есть, воевается по сей день, да. Если раньше при Советском Союзе это везде так было принято, а потом, когда страны разделились, уже заметно было, что уважение к старшему, даже в том плане, что, да, не уступать место, это очень заметно, когда приезжаешь в другие места. А у нас здесь, да, вот заходишь и обязательно... Маршрутки, казалось бы, где встать, и да? И понимаешь, что это именно выражается уважение к старшему поколению, даже вот уважение парней молодых к девушкам, вот оно видно, да? И да, хорошо, что воспитывается и прививается по сей день. Да, да, да. Ребята встают, девушка место уступает. Мне это тоже очень нравится здесь. И хотела бы спросить о планах именно культурного корейского центра на ближайшее будущее, может быть, создание новых курсов, привлечение еще большего количества молодежи. Что вы планируете? Вот COVID закончился, можно уже как бы вздохнув, начать вот с новыми силами работать. Да, слава Богу, закончилась пандемия. Конечно, надо снова налаживать в полном объеме. Но нам тяжело будет в полном объеме налаживать, потому что преподаватели. У нас преподавали и компьютер, и корейский, и русский, как кто хотел. Все на добровольных основах студенты наши. И все уехали в основном отсюда. Поэтому в этом плане немножко сложно. Но тем не менее, кто есть, насколько возможно, мы, конечно, хотим это наладить. Корейский культурный центр всегда занимался переводами, кто документы хотел, тоже переводили. И посольство Кореи, Душанбе находится, оказывает тоже эту поддержку. Всегда отправляет учебный материал, учебники корейского языка. Поэтому, если надо будет история, культура, язык, всегда у нас есть этот материал, имеется, они поддерживают, поддерживают учителя, если найдется, чтобы корейский язык продолжался. То есть в этом плане поддержка есть. И наши все, кто уехали, поддерживают финансово, отправляют нам средства, и поэтому мы можем найти что-то начинать, и мы постараемся, конечно, все
снова наладить. Не знаю, в каком объеме, но в каком-то, насколько интерес будет, насколько захотят, настолько, чтобы работал центр. То есть и будут празднования Нового года корейского. Да, да, да. Это и очень все хотят. И рождение детей, я знаю, там годик. Тоже. Да, 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 вот это, да, интересно. Вы знаете, годик мы отмечали бы, но тоже пандемия, а потом у нас закон же вышел, да. Ограничение количества и праздников, и все. Но, конечно, хорошо было бы это тоже наладить. Но корейский Новый год, это все мы хотим тоже возобновить. Просто были законы, когда ограничивали же с накрытием стола или без. Поэтому мы последний раз проводили вот 80-летие с чаепитием и с концертом только, и все, в общем-то. Ну, люди немножко расстроились, особенно старики. Ну, что же, это даже корейское не покушали. Ну, в общем. Да, еще несколько лет назад здесь все процветало, конечно, и все занятия были, курсы, и все наши дети выучились именно здесь дополнительные курсы по языкам, по компьютеру, все они получали здесь. И то есть были заняты чем-то, да? Да, были заняты. Очень жаль, конечно, потом начались какие-то ограничения, все уехали, миграция, пандемия, и вот немножко, да, работа в этом плане сошла на нет. Ну, конечно, хотелось бы, и я тоже очень надеюсь, что это возродится. Тем более, вот, видите, у нас надо восстанавливать такой актив, все да. преподаватели, да. почему да. бы да. Не воспитать хочется, дальше, конечно, да? Потому что, глядя на детей, но сейчас же тоже дети развиваются, что как бы они становятся более современными, им нужны большие знания, еще лучшие знания, и, конечно, хотелось бы создать для них, чтобы они также развивались всесторонне. Но, слава Богу, сейчас в Таджикистане очень много курсов всяких открываются, я очень рада, и музыка, и гимнастика, и художественные. Да, да, да. И художественные, ну, художественные курсы, в общем, да, как-то очень много. Сейчас в последнее mm-hmm. время, я смотрю, уделяется образованию именно. И именно еще внеклассной работе, вот этой, помимо школы, там дополнительные занятия у них есть. Это, да, очень радует. Здорово, спасибо большое. А можно было в конце попросить, кто владеет больше корейским языком, чтобы, ну, какие-то слова тем, кто будут смотреть, это мы обязательно выложим в YouTube. 사랑하는 성도들이 아니고 우리 여기 고주한 데서 산 사람들이 다 기억하고 사랑하고 기다립니다. 어서 오세요 집에. Дорогие, кто, все, кто здесь жили, мы вас помним, любим. Мы вас ждем, приезжайте. Спасибо. Большое спасибо за теплую встречу и такой рассказ. Аж меня перебросило вот те года, когда это вот все у нас, хотя и не было, но это прямо вот сейчас все представилось, как это все тут создавалось именно. И ваш труд тоже очень большой вклад внесен в развитие различных направлений именно нашего региона, Саудийской области. Поэтому еще раз хотела бы поблагодарить вас за столь теплую беседу. Спасибо. Вам тоже спасибо. 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 Всего вам доброго.